Неважно, женщина вы или мужчина, но если у вас были трудные отношения с мамой, значит, придавлена женская часть, эмоциональная. Как следствие, с противоположным полом будет напутано. Если вы не принимаете папу, есть претензии к папе и какие-то болевые триггеры в душе, то у вас придавлена мужская часть, а это значит отстаивание территории, дать обратную связь, это рабочие моменты, это самореализация, это чувство внутреннего достоинства, то есть вы не умеете отстаивать свои личные границы, по вам можно ездить. Скорее всего, вы изображаете удобную личность. Ребятушки, 1, 2, максимум 3 сеанса, это отрабатывается. Было бы желание. Главные ключевые уроки – папа, мама, и снять претензии к себе. И все. То есть зачистить до бетона. И можно начать жить свою жизнь, а не прорабатывать родовой сценарий. Приходите на отработку.